смотрите, здесь какое-то цунами прошло из людей. Я такое в ступе на первый раз вижу. Может быть, какой-то праздник был недавно? Давайте беречь природу и не срать. Давай нормально перейдем, или ты хочешь, чтобы наша... Я ненормально хочу. Она хочет ненормально. Да. Блядь, Бобик едет. Вот давай вот не будем этого делать, Ян. Мы идем к машине какой-то. Ну вот, сейчас уже... Нет, мы идем к машине какой-то. Типа мы... Она хочет, чтобы нас арестовали сейчас или штраф наложили. Вот, блин, сестра у меня. Мы переходим в неположенном месте. Я никогда так не делаю, и вы не делаете. Домодедово... Витязева получается, да, он там прилетает. Нам 4 билета. Утро доброе. Доброе. 7 утра. Мы готовимся. Ну вот, мы поехали. Пока еще на лифте, правда. Мини-сумочки. Да, типа... Все обвешанные. Ручная кладь. Ну да. Не знаю, где кого-то... У меня ручная кладь висит впереди. Это все ручная кладь. Руками так вчера махали, складывали. Мы едем, едем в отпуск. А ему пристегиваться нужно? Зачем? Затем, что тебя в сидушку тогда посадят. В седло. Я с ростом с тебя. Да ладно. Если я так сяду. Ты ростом с лилипута. А ты кто вообще? Девочка. Девочка с нами. Вы видели? Девочка с нами какая-то незнакомая уселась. Кстати, у меня не кока-кола, а вода. Меня на досмотре остановили, проверяли рюкзак. Короче, там штатив. В общем, показался им, наверное, оружием каким-то. Попросили достать. А так все норм, мы сидим уже, ждем. Самолетика. Ждем самолета. Сначала, я, кстати, через вот эту штуку буду первый раз проходить. Через вот эти Джейд. Я раньше не через Джейд, а на автобусе ехала. А на автобусе ехала и заходила чуть на лестницу? Да. Аэропорт Внуково. С очень плохим интернетом. Просто жутким.